О, боги! Что здесь произошло? Уведите их! Вы убийцы! Убийцы! Thank you.
Для убийства не нужно подходить. Все кончено. Где же ты прячешься? Thank you.
Помоги, прошу! Главная деревня стала гнездом беззакония и преступности.
Нужно действовать осторожно. А, Мисти, ты должен помочь мне. Должен? Если ты чувствуешь, откуда ветер дует, да. Я слушаю. Я финский изгнанник. Уверен, глядя на меня, в это трудно поверить. Похоже, скромность не твой порог. Когда ты богат, можно быть гордым. Посмотрим, поможет ли это в общении со мной. Деньги все скажут за меня. В чем дело? В моем брате Арнеусе. Он в плену у разбойников. На нас напали по прибытии. Видно, они почуяли запах наших денег. Мне удалось сбежать. А его посадили в клетку в порту, как зверя. И я должен спасти его? Доставь его сюда живым и здоровым, и я щедро тебе заплачу. Кто-то захотел прогнать тебя из Афин? Вообще-то этих кого-то было много. Нас с Арнеусом изгнали за один проступок – мошенничество. Что ж, такова жизнь. Тебе это знакомо, так ведь, Мистей? Что? Жизнь наемника не бывает честной, вот что. Но не бойся, я сохраню тайну. Следи за языком, старик. Я спасу Арнеуса. За плату. Да, да, конечно, вы кефалонийцы, понимаете только язык денег. Я не кефалонийц. Эй, освободи, прошу. Как они посмели тронуть меня? А ты возьми деньги за хлоп. Хотя можно было и побыстрее. Меня нанял твой брат. О, я не сомневался в нем. Как быстро он нашел себе службу. Внесу ясность. Если бы не деньги твоего брата, я бы охотно скормил тебя свиньям. Ну, вперед! Держись рядом и молчи. Арнеус, мы снова вместе! Не знаю, где ты нашел этих головорезов, но они справились. Очень мило. Но где мои деньги? Я видел, как ты копался в моих сундуках. Считай это платой за свою спесь, Малака. О, он же спас тебя, Арнеус, не надо. Я уже ухожу. Thank you.
Papé! А, вот и ты! И как раз вовремя! Я победил разбойников и добыл древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой. Ну, твой план? Итак, я должен свести счеты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Что ж, излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам. Я умней и буду тебя направлять, так что мы команда. Ха, ну, конечно. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно, мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз.
Нет, нет! Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил! Действуй скрытно! Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз. Надеюсь, он и впрямь ценный. Ты видел, сколько дают за обсидиан на Кефалинии? Нет, не видел. То-то же! А это не просто обсидиан, он с золотыми прожилками. Золотыми! Не зря циклоп бережет глаз для особых случаев. Выручку мы отдадим ему. Она покроет часть долга. Виноградник дорого стоил. Я не знаю, где живет циклоп. Ступай в западную часть острова. Его логово там. Ладно. Но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Алексиос. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Новый день для греков. Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Ну что, поехали.
Так и знал, что меха нужны тебе, Илос. А я знал, что за дело возьмешься ты. Алексиос не знает отдыха. Как бы Маркос не стал ревновать. Я даю объявление, чтобы шанс был у всех. Но ты, как всегда, проворнее. И зачем тебе шкуры? Для войны афининам нужны доспехи. Им хорошая защита, мне деньги. Держи, как договаривались. И быстрее всех. Ты заслужил плату. Береги себя, Илос. Ты тоже, Алексиос. Приветствую тебя! Thank you.
Всегда тебе рад.
Но! Этот жрец из царства мертвых, посланник богов. Ах, боги послали тебя! Нам пора. Нам нужна помощь лекаря, но идти сможем. Но сперва вот, возьми деньги. Знаю, этого мало, но больше у нас нет. Спасибо вам. Удачи. Чикина. Глаз. Я тебя вижу. О, Зевс, циклоп настроен серьезно. Нужно укрыться. Я могу затаиться в кустах. Малака. Глаз так тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожон.
осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? А все проклятый камень. Продав этот камень, можно купить дом. Купить дом, да, а вернуть долг циклопу нет. О, не грусти! Вспомни, как было весело! Да? Кому как? Мне не нужны неприятности, Маркос. Все получится, поверь. Зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их! Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крёс. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. И правда, мне нечего терять. Брось! Тебя никто не одолеет. И где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит. Отправь их к Аиду, забери все, и мы богаты! Восточный берег. Можно поконкретнее? Думаю, они в заброшенном доме. У рощи к югу от Сами. Откуда родом эти чужаки, если не с Кефалинии? Я знаю одно. Кефалиния станет им последним приютом. Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмы для того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри.
Заброшенный дом и люди. Поищу укрытие. Странно. Что это было? Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести этот дно?
Подойдешь ближе, крови будет больше. Может. Но тогда ты не узнаешь, что я хочу предложить. Умеешь убивать? Молодец. Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на Циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище. Я о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии. Меня привели сюда поиски. Следуй за мной, Алексиус. Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры. Откуда я тебя знаю? Я действовал, как ты. Спросил, мне ответили. Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Хорошо, полезно. Ты знаешь больше, чем говоришь. Знать о тебе в моих интересах. А в твоих узнать меня. У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Саван Пенелопы? Жены Одиссея? А ты шутишь? Небольшой фрагмент. Что за вздор? Это была бы бесценная находка. Вот я и хочу вернуть ее. Итака, большой остров. Мне нужны подробности. Начни с дома Одиссея. Бывшего дома. Прекрасная легенда. Единение сердец. Ладно, я берусь. Это будет непросто. И недешево. Тогда по рукам. В гавани тебя ждет лодка. Возьми. Только не выходи в открытое море. Заберешь саван, встретимся в храме Зевса. Ладно. Да, Мистий. Удачи.